Агния Барто. «Было у бабушки 40 внучат», читает Павел Беседин. В огороде, вот беда! Появилась, поселилась лебеда. Бабка ахнула, поди-ка, и не видно, где клубника. Я повыдергаю траву, уничтожу лебеду, на нее найду управу, 40 внуков приведу, 40 внуков, ровно 40. Засучили рукава, с ней расправишься не скоро. Ох, и цепкая трава. Но повыдергали траву, поработали на славу, бабка ахнула. Поди-ка, ишь, какая благодать! Только где моя клубника? Что-то ягод не видать.